Всем привет, я Алимумен. Сегодня я почитал комменты под моим прошлым видео, и там было написано, что они обои победили. Для меня это как-то странно. Наверное, из-за того реально, что у Нубика была машина, а у Пой ее не было. Интересно. Да, я прочитал коммент, и мне сказали, это все они победили, что? И те, кто победили, они обои. Короче, тема сегодняшняя — это машина. Приступаем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Друзья, значит, эта машина как-то барахлит. А давайте мы сегодня построим еще сильнее. Так. Ла-ла-ла-ла-ла. Так. А что это такое? А, это же там телемомент построил, тут выборы. Тут же проили. Ого, что тут по построил? Давайте оглянем его дом. Опа, ща. Такс. Тут и сундучки, может там много золота? А, нет, золото. Уфиговый дом, золото. Это все из блока, из блока. Ха-ха, меня тут монстры станут. Ну, фу, тут вонючие его алмазы. Фу. О, книжка — это норма. Меч, ой. О, дерево, это уже нормасик. О, это его фотка, фон, неудачная. Текс. Давайте тоже что-то... Не знаю, поместим туда. Неожиданно как будет меня такое увидеть. А как тут выбраться? А, вот тут выход. Там, алло. Так, сделаем день. Тайм. Сет. Опа. Ну все. Возле моего дома я построю себе тачку. Так. А где тут рельсы? Строим вагонетку. Блин, где рельсы? Что мне может подсказать, где рельсы? О, мне кто-то... Я почитал комментарий вроде бы. И там был... Сказали, где рельсы. О, теперь мы можем в машину сесть. Такая вот старинная тачка. Она очень крутая. Аж бомба. Так, возьмем. Друзья. А, у меня инвентарь полный. Эх. Ну, ок. Давайте где-то вот тут хильнемся, чтобы мусором был там. Так. Килл. Блин. Килл. ГМ 0. Ты что? ГМ. Цель можно кил? Сценки большой. Так.
О, ха-ха, у пота мусор сзади. Ха-ха-ха. Такс. Это чё, на пятёрку это какая-то странная. Давайте возьмём что-то лучше. Тут есть что-то получше? О, есть! Белый бетон, он идеально смотрится. Такс. Колёсики. Так, капот сделаем. Это типа, не знаю, 70-х годов тачка. Опа. И сзади багажник. О нет, вместо багажника я знаю, что можно сделать. Так, где тут сундучки мои красивые? Гляньте. Тут будет багажник. Дальше возьмем полублоки из темного дуба. И возьмем... Тут были стеклянные панели. А я не знал, я мог бы в свой дом добавить их. Окей. Они не очень красиво посмотрелись. О, какая красота. Такс. О! Да блин! Ух ты, как получается! Ну-ка, надо еще. Возьмем, например, рамки. Такс. И такие блоки. Сзади вот такие фары. О, а это двигатель его пробу дня, ха-ха-ха. О, красиво. Так, дальше возьмем, например, о, вот такие камушки. Неплохо. Ну-ка. О, как красиво. Кто... Так. Кто согласен со мной, скажите. Я согласен в ловушку. Нет. Окей, друзья. Мы переделаем. Ой, пардон. Вот, даже лучше. А давайте сзади спойлер сделаем. Вон ничий дождь. Она помешала это клевое дело сделать. О, самая крутая тачка на планете. Ну-ка, только дрожь сделать, где некрасиво. Так. Так. Опа. Круто. Ну-ка, теперь можем мне нормально сесть?
О, ну тут, тут да, вот так сделаем. Такс. Может, это салон можно красить? Ценник открывается, вот гляньте. Круто. Ставьте лайк, если вам понравилась эта машинка. О, благодаря спойлеру я могу сюда попасть. Ну типа агенты, бам-бам-бам-бам-бам. Кстати, с вами я был нубик. И пока-пока. Так, друзья, я гулял и увидел... Я вспомнил, что у меня была какая-то вонючая лодка машина. А у меня нет никакой. Может, мне построить? О, ну, что-то построил. Машина средневековья. А давайте попробуем сесть в эту фигню. О. Прикольно. Ауч. Капец, что тут? Я ему капот поднял. Прикол. Монстры, я вас убью. Основной от тебя крылья. О, милая свинка. Вот, фигню себе в инвентарь лучше. Так. Тайм. Сет. 1000. О! У меня есть где-то темная черная терракотта. Ты не на... О, вот он. Построю. Мне мой друг показал какую-то штуку. Неужели ты имеешь на внимание, что она типа ускорает? Да? Ты не понимаешь. Так, возьмем эти белые красивые 10-10-овые блоки. Такс. Ух ты, прикольная форма. Мне это понравилось. Так. Мне фиговая форма. Мне надо как-то... О, такая форма уже нормальная. Так, как сделать колеса? Возьмем рамки. Ну, Бикси обычно такую хорошенькую машину построил, а вот если гонщик. Видите, какая... Блин, я испугался, что это большой масса зомби. Так. Видите, у него такая хорошенькая машинка.
Если по старинным машинам он отправился бы на конкурс, то он, у него был бы шанс победить. Так, вот тут так сделаю. Вот, вот тут. Так, мне мой друг показал такую штуку с подпышком. Знаешь что? А, это робот-наступашный. Ты не знал? И так быстро можно до этого дойти, вместо того, чтобы бежать долго. Прикольно, из тебя лайк. Ой, нет, то есть из вас подписчика лайк за такую прикольную задейку. Ой, да, если бы видели, что пудов из вас до лайка. Так, тут будет две вагометки, это двухместная машина. Ой. Друзья, разве не крутая машина? По-моему, обалденная. Возьмем белые коврики. Такс. Ну а что это экран выключился? Эй, непоразумение. Ну бас! Блин, нафига ну... Рано мне экран выключил. Не понял, тут не ставятся блоки. Ну-к. Да. Вот какая у меня. Вот мудика машина. Тоже, кстати, неплохая. А может она тоже гоночная? Бо спойлер я выжу. Но спойлер тебе знать больше, может он для красоты. Ставьте лайки. Кому понравилась постройка моя или постройка нубика. Короче, всем удачи и всем пока!